Выживание в знакомом состоянии, и то, что вы говорите, на первом этапе
чего нужно правильно спорядить слов, и какой-то как вариант, например, затем использую ранее отработанную лексику, например, по теме семьи, представляете небольшой подготовленный рассказ о себе и своей семье, либо ссылка по этой теме. Также возможно ведение занятий в формате интервью. Более интервьюером могут быть как у преподавателя, так и у преподавателя. Это же задача традиционной методики выглядела иначе. После прочитанного текста и ознакомления с правилами сначала выполняется, например, задание расстановки. Затем несколько предложений записывается в тетрадь, осуществляется контроль методом опроса нескольких учащихся, затем составляется 2-3 своих предложений письменным принципом по следующему опросу. После этого составляется диалог или диалог по изучаемой теме. Возможно, также выполнение упражнений на диалог или на составление слов правильного порядка. Рассмотрев две основные методики преподавания грамматики украинского языка, можно сделать вывод, что и та, и другая имеет как преимущество, так и недостатки. При адекватном подходе к принятию решения в пользу выбора традиционной или коммуникативной методики необходимо опираться на индивидуальные особенности,